Друзья, приветствую всех на своем канале, с вами снова Алекс, и сегодня поговорим о том, как нам можно максимально быстро заработать 700 голды, что самое главное, зарабатывать их не просто так, а зарабатывать их ежедневно, при этом прилагая минимум сил. Для этого нам поможет фракционная доска, которую достаточно открыть и обратить внимание на так называемый daily бонус, который доступен в количестве 3 штук и обновляется раз в 24 часа в зависимости от количества выполненных квестов. Который позволит вам дополнительно получать в 10 раз больше голды за выполнение миссии. Но это действует только 3 раза в день. Таким образом, если вы посмотрите на одно из моих выполненных заданий, вы можете видеть, что сейчас я якобы должен получить за них 23,5 голды. Однако, если я сейчас его выполню, и давайте посмотрим, сколько же денег я получил. 235 коинов. Вы могли заметить, что он мне накинул 235 коинов, что в 10 раз больше. Однако, нужно смотреть на то, где могут выпадать такие миссии. Это, естественно, Shattered Mountain, то есть самые высокоуровневые локации, в которых дополнительно вам могут предложить хорошие квесты. Либо это Rickwater, который мы давайте сгоняем и посмотрим, какие квесты есть там на текущий момент, за выполнение которых вы также можете получить необходимое количество денег. Ну что ж, я пришел в Rickwater и смотрю, что у меня в заданиях отображаются два задания на экспедицию и одно задание элитного уровня, которое не такое сложное, но тем не менее 24 голды умножаю на 10, это 240 голды, да, и за экспедиции самый большой бонус, который мы можем получить, это 270 коинов, то есть суммарно можем получить до 700 голды в сутках. Поэтому, если вы можете найти пати себе в экспедицию, в данном случае это Лазарус, то обязательно это делайте для того, чтобы получать максимальное количество голды и выгоды раз в сутки. Ну а на этом все. Большое спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Всем пока.